человеколюбие. Четыре души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселись в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Слава Вышней Богу и на земле мир человеца благоволения. Слава Вышней Богу и на земле мир человеца благоволения. Господи, усне наши отверзиши, и уста наши возвестят хвалу Твою. Благословен Бог наш всегда на непресно и во веки веков, да исправит Господь стопы ваши. Да помет вас Господь Бог во Царстве Своем всегда на непресно и во веки веков. Благослови, Владыко! Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков! Поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови душе моя Господа. Господи Боже мой, возвеличился еси зело, во исповедание велелепот облекался еси. Одеяйся светом якоризою, простирай небо яко кожу, покрывая водами превыспрение своя. Полагай облаки на восхождение свое, ходяй на крилу ветреню, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди ее, не преклониться век века, бездна якориза деяния, на горах станут воды, от запрещения твоего побегнут, от гласа грома твоего боятся, восходят горы, не сходят в поля, вместо ежи основал Иси им, предел положил, и сии гожи не прейдут, ниже обратятся покрыть и землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напоят вся звери сельни, ждут она грив в жажду свою, на тых птицы небесные привитают, от среды камени дадят глаз, напояй горы от превыспрений своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябай траву скотом, и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умасите лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древа польска, кедры ливанские, их же еси насадил, там о птицы вогнездятся, и родивое жилище предводительствуют ими, горы высокие, леньками прибежище зайцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил и тьму, и бысь ночь, в ней же пройдут все звери дубравни, с кем не рыкающий восхитите, и взыскать от Бога пищу себе, воссияй солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, и сидит человек на дело свое, на делание свое до вечера,
яко возвеличишася дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там агади иже не счисла, животное малое с великими, там о корабли приплавают, змии сего же создал еси ругатися ему, всяк тебе чаю дать и пищу во благо время, давши тебе им соберут, отвержу тебе руку всяческое исполнится благости, отвращи же тебе лице возметутся, а ты миши дух их и исчезнут, и в перст свою возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь от делей своих, презирай на землю, и творяю трястися, прикасайся грам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есть, да усладится ему беседа моя, аже возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли беззаконницы, якоже не быть им, благослови душе моя Господа, солнце позна запад свой, положил еси тьму, и бысь ночь, яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Послышне в мире и спасение душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся. О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вон, и Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, числем пресвитерства во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. О богохранимой стране нашей, властях и воинстве, я Господу помолимся. О первопрестольном граде нашем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухово, изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господи, возвах Тебе, услыши меня, Господи.
Святой.
мир всем. И Духове Твоему премудрость. Восьмин глаз первый, из мимя Господи от человека лукаво, от мужа неправедно избави мя. Же помыслишь неправду в сердце весь день. Из меня, Господи, от человека лукава, от Божия неправедна, и избави меня. Из меня, Господи, от человека лукава, премудрость. Исхода чтением. Вон мем. Рече Господь Моисею, сошед за свидетельство и людям, и очисти я дней сии утре, и да исперут ризы, и да будут готовы в день третий. В третий бо день снидет Господь на гору Сиа, Синайскую пред всеми людьми, и устроиши люди окрест глаголя, внемлите себе, не восходите на гору, и ничим же коснутесь ее. Всяк прикоснувшийся горе смерти умрет, не коснется ее рука каменем, бо побьется, или стрелой устрелится, аще скот, аще человек не будет жив. И когда же гласи и трубы, и облак отнидет от горы, сии взыдут на гору. Сниди же, Моисей, с горы к людям, и освети я, и спраша ризы своя, и речи людям, будете готовы три дня, не входите к женам, быть же в третий день бывшу ко утру, и бывши глаз и молния, и облак мрачен на горе Синайстей, глаз трубный глашаше зело, и убояшися все люди, и же в полце, изведи же, Моисей, люди во сретение Богу из полка, и сташе под горою, гора же Синайская, дымящаяся вся, схождение ради Божия на нее в огни, и восхождаше дым, и яко дым печный, и ужасошеся все люди зело, быше же гласи трубни, происходящие крепцы зело, Моисей глаголаше, Бог же отвещеваше ему гласом. Прокимен глаз седьмый, измими от враг моих Божий и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие. От враг моих Боже, и от восстающих на мя избави мя. Премудрость. И увочтение. Вон мем. Рече Господь Иову сквозь бури и облаки. Кто сей скрывает мне совет, содержа же глаголы в сердце? Мене же лимница утаите, припояшу бы муж чресла твоя, вопрошу же тя, ты же мне отвечай, где был и сигда основах землю, возвести мя аще весь разум, кто положи меры и я, аще веси, или кто наведы верфь на ню, на чем же столпи я утверждение суть, кто же есть положивый камень, краеугольный на ней? Егда сотворены быша звезды, восхвалиши мя гласом велием си ангели мои, заградих же море враты, егда изливашися от чрева матери своя исходящие, положих же ему облак в одеяние, мглою же повихье, и положих ему пределы, обложив затворы и врата, рек же ему, до сего дойдешь и не предежи, но в тебе сокрушатся волны твоя, или при тебе составив свет утренний, деница же весь чин свой,
Я тебя крил земли, отрести нечестивые от нея, или ты брение в земле земли создал еси животно, и глаголе во госего посадил еси на земли, отъял же ли еси от нечестивых свет, мышцу же гордых сокрушил еси, пришел же ли еси на источники моря, в следах же бездны ходил ли еси, отверзаются же ли тебе страхом врата смертная, вратницы же адвы, видевши тебя, убоявшися ли, навыкал же ли еси врат широты поднебесная, повесть убами калика есть, в коей же земли вселяется свет, тьме же кое же есть место, аще бы введеши меня в пределы их, аще же ли и весь истези их, вему бы яко тогда рожден еси, число же лет твоих много, пришел же ли еси в сокровище снежное, и сокровище градное видел ли еси, подлежат ли тебе в час врагов в день брани и рати, отвечав же ее в рече ко Господу, вем яко вся можешь и невозможно тебе ничтоже, кто есть стояет тебе совет, щадяй же словеса, я тебе мнится утаите, кто же возвестит мне, их же не ведях, вели и дивная, их же не знах, послушай же меня, Господи, да я с возглаголю, вопрошу же тебя, ты же меня научи, слухом ухо слышах тебя первее, ныне же око мое видит тебя. Пророчество Исаии на чтение. Господь дает мне язык на учение, еже разумейте, и когда подобает речи слово, положи меня, утро-утро приложи мне ухо, еже слышати, и наказание Господне отверзает уши мои, аж же не противлюся, не противоглаголю. Плещи мои вдах на раны, и ланите мои на заушения, лица же моего не отвратих от студа заплеваний, и Господь, Господь, помощник мне быть, сего ради не усрамихся, но положих лице свои, аки твердый камень, разумев, и яко не постыжуся, за не приближается оправдав имя, кто пряйся со мною, да сопротивостанет мне купно, и кто судяйся со мною, да приближится ко мне, все Господь поможет мне, кто озлобит мя, все всевы, и яко риза обещаете, и яко моли из яствы, кто вас боясь Господа, да послушает гласа отрока его, ходящие во тьме и нестим света, надейтесь на имя Господне и утвердись о Бозе, все всевы огни рождезайте и укрепляйте пламень, ходите светом огня вашего и пламенем, Его же разжигости, мне ради быше сия вам, в печали успните. Скажи. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно. И во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok.
призри с небесе, Боже, и вишь, и посети виноград сей, и утверди и, Его же насади, десница твоя. Предан бы ваше, прием хлеб и благодари преломи речем. Примите, едите, сие есть тело мое, еже за выломимое, сие творите в мое воспоминание. Такожде и чашу по вечере глаголя, сия чаша новый завет есть в моей крови. Сие творите, елишь даще пиете, мое воспоминание. Елишь дебо, аще ясти хлеб сей, и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете,
донде же уба придет, тем же и жащия с хлеб сей, или пьет чашу Господню недостойне, повинен будет телу и крови Господни, да искушает же человек себе, и тако от хлеба да яст, и от чаши да пьет. Яды бо и пия недостойне, суд себе яст и пьет, не рассуждая тело Господня. Сего ради вас мнози немощни и недужливи, и спят довольни, а чего быхом себе рассуждали, не быхом осужденны были, судими же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. И духове Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Блажен разумевая на нищею Бога, еле избавит его Господь. Разима и реша мне злая, рога умрет и погибнет имя его. Я ты, хлеб и моя, возвеличена мя, запина. Благослови, святейший Владыко, благовестителя святого апостола и евангелиста Луки. Бог молитвами святого славного и всехвального апостола и евангелиста Луки да даст тебе глагол, благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. И мудрость прости, услыши святого Евангелия. От Луки святого Евангелия чтение. Приближавшийся праздника преснов глаголем и Пасха, искав архиерея и книжницы, как обыше убили его, боявшуся бо людей, в нижней же сатана во Иуда нарисаемого Искариот, сущего от числа убой на десяте, и шед глагол архиереям и воеводам, како его предаст им, и возрадовавшися и совещавши ему сребреники дати, и исповеда, и искаше подобно времени, да предаст его им без народа. Приди же дино пресунок, вон же подобно бе время жреть и Пасху, и посла Петра и Иоанна рек, шедше уготовай-то нам Пасху да ямы, он же рекос-то ему, где хочешь и уготоваем. Он же рече им, се восходящим Авамова град, срящий вы человек, с кудельницы воду нося, по нем идет-то в дом, вон же входит, и рце-то дому владыце, глаголит тебе учитель, где есть обитель, иди же Пасху да ученики своими с ним.
и той вам покажет горницу велию послану ту готовой-то, шедше же обретосто, яко же рече има, и уготовосто Пасху, и егда бы сейчас возлеже я бы на десяти апостола с ним, и рече к ним, желанием вожелек сию Пасху ясти с вами, прежде даже не приму мук, глаголю бо вам, яко отселе не имам, ясти от него, донде же скончаются во Царстве Божии, и приим чашу хвалу воздав, рече, примите сию и разделите себе, глаголю бо вам, яко не имам пить от плода лозного, донде же Царствие Божие придет, и приим хлеб, хвалу воздав, преломи, и даде им глаголя, сие есть тело мое, еже за вы даемо, сие творите в мое воспоминание, такожде же и чашу по вечере глаголя, сия чаша новый завет моею кровью, я же зовы проливается, обаче се рука предающего мя, со мною есть на трапезе, и сын убо человеческий идет по реченному, обаче горе человеку тому им же предается, идти на чаше искать им себе, который убо от них, хотя и се сотворите, быть же и пряв них, кимница их быть и боли, он же рече им, цари язык господствует ими и обладающими ими, благодатели нарицаются, вы же не тако, но боли вас, да будет яко мне, и старей яко служай, кто бо боли, возлежай ли или служай, не возлежай ли, аз же посреди вас ем яко служай, вы же есте прибывши со мною в напастях моих, я завещеваю вам, яко же завеща мне Отец мой царство, да ясти и пиете на трапезе моей, во царстве моем, и сядете на престолях судящего бы и на десяти коленам Израилевыма. Рече же Господь, Симоне, Симоне, се сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу, аж же молихся о тебе, да не оскудеет вера твоя. И ты некогда обрящся, утверди братью твою. Он же рече ему, Господи, с тобою готов есть в темницу и в смерть идти. Он же рече, глаголю ти, Петре, не возгласит петел днесь, донде же трикрат отвержися мне, не ведети. И рече им, егда послах вы без влагалища и без меха и без сапог, и да что лише не бысте, они же реша, ничесо же. Рече же им, но ныне и же им от влагалища да возмет так уж да имет, а и же не имет, да продаст ризу свою и купит нож. Глаголю бо вам, яко аще писано, се подавает, да скончается мне, еже и собе законными вменися, ибо еже у мне кончину имать. Они же реша, Господи, се ножазди два, он же рече им, довольно есть. И шед, иди по обычаю, в гору Елеонскую, по нем же и доша, ученицы Его. Слава тебе, Господи, слава тебе. И слава тебе, слава. Процем сие, отсие души, и от всего помышления нашего процелим. Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, молим Тебя, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, во велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся великом Господине Отце нашему.
святейшем патриархе Кирилле, во преосвященном митрополите, во Господи, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, Богу, храни мне стране нашей, во всех и воинстве ее, святейшем безмолвии, житие, божие, во всяком году чести и чистоте. Еще молимся, братья, как же к священнице, священном Анасе и всем во Христе, Братстве Божие. Еще молимся, блаженных и преснопамятных, святейших патриарших православных и создателях Святого Храма Сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных. Еще молимся о строителях, благоукрасителях и жертвователях Святого Храма Сего. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храните, нуждающихся, поющих и предстоящих людей, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Яко милостивый человеколюбец Бог еси, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господи, верни оглашенных, помолимся, да Господь помилует их, угласит их словом истины, открытым Евангелие правды, соединит их святейской соборной апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Оглашение главы ваша, Господи, ви преклоните. Да и чьи с нами славят пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Елица оглашенье изыдите. Оглашенье изыдите. Елица оглашенье изыдите. Да никто от оглашенных елицы верни, паки, миром Господу помолимся. Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Премудрость. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Послышни в мире и спасение душ наших, Господу помолимся. Помилуй всего мира, благостояние святых Божиих церквей и соединение всех, Господу помолимся. Посвяти в храме себе с верою, благоговением и страхом Божиим, входящий твой, Господу помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Якогда под державою Твоею всегда храним, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Рабом
просим, Ты бысь и приносяй, и приносимый, и приемлей, и раздаваемый Христе Божий.
Святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический монашеский чин, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благообразный Осип, зрево смотрим, чистое тело. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, Священного Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господи, Боже наш, отдай. О, приглашеннейший с ним даря Господу помолимся. О, святем храме, всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящий вонь Господу помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Всего совершенно, святомирно и безгрешного Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телесных, у Господа просим.
прощения и усомления грехов и прегрешений наших Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мира и у Господа просим. Отче, время живота нашего в мире и покаянии скончать ее, Господа, просим. Христи адские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Щедро от единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Мир всем! И духами Твоему! Что любим друг друга, а единомыслием исповем мы. Перед верой, премудростью Онме, верою, о единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и живот Отца, рожденного прежде всех век, Светом от света Бога истинно, от Бога истинно, рожденным несотворенно, едино сущно, Отцу им же вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Он Духа Свят, и Марии Девы, и во человечося, распятого же за мне при Понтистем Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым Его же царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа Животворящего и живот Отца исходящего, и же Отцем и Сыном споклоняем и славим о глаголовшего пророки, о едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение, благословение грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. И там и дашь нам, да, и да будет. Станем добре, станем со страхом вонме, святое возношение в
мире приносите. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Горе имеем сердца, благодарим Господа. Господи Боже, Отче Вседержителю, поклоняемый достойно, якого истину, и праведный, и лепо великолепию святыни Твоей, я Тебе хвалить, и Тебе петь, и Тебе благословить, и Тебе кланяться, и Тебе благодарить, и Тебе славить, и единого воистину сущего Бога, и Тебе приносить и сердцем сокрушенным, и духом смирения словесную сию службу нашу, яко Ты еси даровавый нам познание Твоей истины, и кто доволен возглаголоти силы Твоя, слышано сотворите вся хвалы Твои, или поведайте вся чудеса Твоя во всякое время. Владыка всех, Господи, небесе и земли, все твари видимые и невидимые, сидяй на престоле славы и презирая бездны, безначальные, невидимые, непостижимые, неописанные, неизменные, Отче Господа нашего Иисуса Христа, великого Бога и Спасителя упования нашего, и же есть образ Твоей благости, печать равнообразная, себе показуя Тебя Отца Слово Живое, Бог Истинный, привечная премудрость, живот, освящение, сила, свет истины, им же Дух Святый явися, Дух истины, соноположение, дарование, обручение будущего наследия, начаток вечных благ, благотворящая сила, источник освящения. От Него же вся тварь словесная же и умная, укрепляема Тебе служит, и Тебе пресносущная высылает словословие, яко всяческая работа на Тебе. Тебе бы хвалит ангели, архангелы, престолы, господство и начало, власти, силы, многочитие и херувими. Тебе предстоят окрест серафими, шесть крыл единому и шесть крыл единому, и двема оба покрывают лица своя, двема же ноги и двема летающие взывают един ко другому, непрестанными усты, немолчными словословения. Победную песнь, поющее, вопиющее, взывающее и глаголющее. Сими блаженными силами, владыка человека, любчий мы грешнее, вопием и глаголем, свят еси, яко воистину и пресвят. И несть меры великолепию святыни Твоей, преподобен во всех делях Твоих, яко правду и судом истины вся навел и синаны, создал бы человека перв зем от земли, образом Твоим Боже почет, положил еси, в раи сладости, бессмертия жизни и наслаждения верных вечных Твоих благ, соблюдение заповедей Твоих обещав Ему, но прислушавши Тебе истинного Бога, создавшего Его и прелестью змеи Его и привлекшийся, умершлена же своими прегрешениями, изгналась Его праведным Твоим судом Божиим, отроя в мир сей, и отвратилась и в землю от нее же взят быть, устрояему еже от паки бытия спасения в самом Христе Твоем. Небо отвратился, если создание Твоего в конец, еже сотворилось и блажное, ниже забылось и дела рук Твоих, но посетилось и многообразнее ради милосердия и милости Твоя. Пророки послалось и сотворилось и силы святыми Твоими, в коем здоровье благоугодившими Тебе. Глаголось и нам усты раб Твоих пророков, предвозвещая нам хотящее быть и спасение. Закон далось и в помощь, ангелы поставилось и хранители. Егда же прииде исполнение времен, глаголось и нам самим Сыном Твоим, им же и веки сотворилось и же сы сияние славы Твоя, и начертание ипостаси Твоя, нося вся глаголом силы своей, ни хищения, ни пщева, быть и равен Тебе Богу Отцу,
но Бог Сын Привечный, на земли явися и человеком споживея от Девы Святые во площе, истощи себе, зрак раба приим, сообразен бы в телу смирения нашего, да нас сообразно сотворит образу славы Своя. Понеже бы человеком грех не иди в мир и грехом смерть, благоволи единородный Твой Сын, Сын, и внедрь Тебе Бога и Отца, быв от жены Святые Богородицы и Преснодевы Марии, быв под законом, осудите грех во плоти Своей, да в Адаме умирающие оживотворятся в самом кресте Твоем, и пожив в мире сем, дав повеление спасительное, оставив нас прелести идольские, приведя в познание Тебе истинного Бога и Отца, стяжав нас себе, люди избранные, царское священие, язык свят, и очистив водою, осветив Духом Святым, дади себе измену смерти, в ней же держиме бехом продане под грехом, и сошед крестом в ад, да исполнит собой вся, разреши болезни смертные, и воскрес в третий день, и путь сотвори всякой плоти к воскресению из мертвых, за небяша мощно держим и быть тлением, начальнику жизни, бысть начаток умерших перворожден из мертвых, да будет сам вся во всех первенствуях. И вошед на небеса, седи одесную величествие Твоего на высоких, и же придет воздать и каемужда по делам Его. Остави же нам воспоминание спасительного своего страдания сия, я же предложих им по Его заповедям, хотя бы изыти на вольную и преснопамятную и животворящую свою смерть, в ночь в нюже предаяша себе ж за живот мира, прием хлеб на святые своя и пречистые руки, показав Тебе Богу и Отцу, благодарив, благословив, осветив, преломив. Даде святым своим учеником и апостолам рек, примите, ядите, сие есть тело мое, еже за выломимое в оставление грехов. Подобней чаш от плодолозного прием растворив, благодарив, благословив, осветив. Даде святым своим учеником и апостолам рек, пите от нея все, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая в оставление грехов. Все творите мое воспоминание, лишь добавьте ясти хлеб си, и чашу сию пьете, мою смерть возвещаете, мое воскресение исповедуете, поминающему Владыка, и мы спасительные его страдания, животворящий крест, тридневное воскресение, тридневное погребение, же из мертвых воскресение, и же на небеса восшествие, еже одесную тебе Бога и Отца сидение, и славное, и страшное его второе пришествие. Твоя, о Твои, Тебе приносящие, о всех и за вся. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся Божьему. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Сего ради, Владыка Пресвятый, и мы грешные и недостойные раби Твои, сподобившиеся служите святому Твоему жертвеннику, не ради прав наших, небо сотворихом, что благо на земли, но ради милости Твоя и щедрот Твоих, я же излиялась и богатно наны, дерзающе приближаемся святому Твоему жертвеннику, и предложившее местообразное святаго тела и крови Христа Твоего, Тебе молимся и Тебе призываем, святи святых, благоволением Твоей благости, прийти Духу Твоему Святому наны и на предлежащие дары сия, и благословите я, и освятите, и показате хлеб убо сей, самое пречистое тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, чашу же сию, самую честную кровь
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, излиянную за мирский живот, приложив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соединит друг ко другу во единого Духа Святаго причастия. И не единого на нас в суд или в осуждение сотвори. Причаститесь Святаго тела и крови Христа Твоего, но да обрящим милость и благодать со всеми святыми от Тебе благоугодившими, праотцы, отцы, патриархи, пророки, апостолы, проповедники, благовестники, мученики, исповедники, учителями и со всяким духом праведным, в вере скончавшимся. Изрядно пресвятей, пречисте, преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и присно Деве Марии. О святем Иоанне, пророце, предтече, крестителе, святых славных и всех вальных апостолах, о святых апостолах, о Тивиде, Сиете, и о Родионе, Агаве, о Синкрите, Лухе, Фригонте, Ерме, Иисусе, о святителях Калистиане, Калистине, Папе Римском, Нифонте, епископе Новгородском, священномученике Сергии, пресвятие, мученике Павхилике, преподобном Руфе, затворнике Печерском, и же и память совершаем, и о всех святых Твоих, их же молитвами посети нас, Боже. И помяни всех усопших о надежде воскресения жизни вечной, святейшие преснопамятные патриархи Сергии, Алексея, Кирилла, Алексея, преснопамятных рабов моих, митрополита Никодима, протоиерея Михаила, Раису, Ирея Василия, Параскеву, Варвару, Михаила, Владимира, Татьяна, Григория, Алексея, Милани, Анны, Василия, Якова, Марии, Николая, Екатерины, Елизаветы, Дмитрия, Георгия, Галины, Кирилла. О спасении, посещении, о покое, оставлении, нуждавке всех знаменами, поминаемых на месте света. А ты уже бежит печаль воздыханию, покой Боже наш, покой и вежа пресещает свет лица Твоего. Еще молимся, помни, Господи, святую Твою соборную апостольскую церковь. Ой же, конец до конец вселенной умири, уже наздалось и честною кровью Христа Твоего. И святый храм сей утверди, даже до скончания века. Помни, Господи, и же дары сия Тебе принесших, и о них же ими же, и за них же сия предан Бога. Помни, Господи, благоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах, и поминающих убогие, воздашь им богатыми Твоими небесными дарованиями. Даруй место земных небесное, место временных вечное, место тленных нетленное. Помяни, Господи, же в пустыне, горах, вертепях, пропастях земных. Помяни, Господи, же в детстве, благоговении, постничестве, в честном жительстве пребывающих. Помяни, Господи, вся люди Твои благие во благости соблюди, лукавые благи сотвори благостью Твоей. Помяни, Господи, предстоящие люди ради благословных вин оставшихся. Помилуй их и нас по множеству милости Твоя, сокровища их исполни всякого блага, супружества их в мире единомыслие соблюди, младенца воспитай, юность настави, старость поддержи, малодушные утеши, расточенные собери, прещенные обрати и совокупи, святей Твоей соборной апостольской церкви, стужаемая духов нечистых свободи, плавающим сплавай, путешествующим шествуй, вдовицам предстани, сиры защити, плененные избави, недугающие исцели на судищах, рудах, заточениях, в горьких работах и всякой скорби и нужде обстояния сущих, помяни Боже и всех требующих великого Твоего благоутробия и любящих нас, и ненавидящих, и заповедавших нам, недостойным, молитесь о них, и все люди Твои, помяни Господи Боже наш, и на вся излезь богатую Твою милость, всем подаяешь от спасения прошения, и же мы не поминухом, не ведением, или забвением, или множеством умен, сам помяни Боже, ведайка и Божда возраста минования, ведайка и Божда от утробы матери Его. Ты бы, если, Господи, помощь беспомощным, надежды безнадежным, обуреваемым, спаситель, плавающим, пристанище, недугующим врач, сам всем вся буди, ведайка и Божда, и прошение Его, и дом, и потребу Его. Избави, Господи, град сей, и всякий град, и страну от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия наплеменных
и междоусобные брани. Первый помни, Господи, святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое я истины. Первых помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха московского и всея Руси, свято-троицкие Сергиевы лавры, священного архимандрита, его же даруй святым Твоим церквам в мире цело, честно, здраво, долгоденствующе, правоправяще слово Твое я истины. И дашь нам единим и устыденным сердцем славите и воспевать и пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. По установившейся традиции освящается святое мира, благовонная жидкость, которая составляется по древнейшим рецептам из благоуханных трав, собранных во многих местах земного шара. Эта жидкость специальным образом приготовляется. Во время приготовления в Москве это совершается в Донском монастыре. Постоянно читается Евангелие, совершаются молитвы и каждения. Церковь призывает Святой Дух, дабы Он снизошел на это вещество и освятил его. И чтобы помазание этим веществом человека, храмы, сопровождалось передачей дара Духа Святаго. Сейчас мы совершим освящение мира. Призываю всех вас молиться, чтобы Господь ниспослал дар Святаго Духа на всех нас, на Церковь нашу. И через прикосновение к Святому миру, и через принятие святых Христовых тайн, и через искреннюю нашу и сердечную молитву. Переживаемое время мы особенно нуждаемся в помощи Божией. Мы нуждаемся о том, чтобы Господь вразумил начальствующих, укрепил душевные и физические силы всего народа нашего, чтобы ниспослал милость свою и благодать на люди своя. Помолимся об освящении Святаго Мира. Во освящение и спасение душ наших. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вон мне! Господу помолимся! Господи, помилуй! Господи, милости и Отче светов, от Тебе всякое даяние благо и всяк дар совершен дается. Даруй нам, недостойным, благодать в служение великого сего и животворного таинства, яко дал иси Моисею, верному Твоему слузе и рабу Твоему Самуилу, и святым апостолам, и не спасли все святаго Твоего Духа на мира сие. Сотвори я помазание царское, помазание духовное, жизни хранилище, освящение душ и телес, елей радования, притекший уба, ветхом законе и воссиявший в Новом Завете, им же мазах у цари, и иереи, и архиереи, и пророки, им же ты сам помазал еси святые твои апостолы, и всех банию паки бытия возрождаемых через них, и сущих по них епископов и пресвитеров до сего дня. Ей, Владыка Божий Вседержителю, покажи мира сие нашествием святаго поклоняемого Твоего Духа, одежду нетления, печать совершеннотворную, и на приемлющих святую Твою баню крещения, воображающее божественное имя Тебе, Отца Единородного Твоего Сына и святаго Твоего Духа, во ежебытие Тым пред Тобою знаемым Твоими си, и гражданам, рабом Твоим, и рабыням, освящаемым душею и телом, применяемым всякие злобы и всякого греха, избавляемым облажением одеяния пречистые Твоей славы, и через святое сие знамение, познаваемым от святых ангел и архангел, и от сия небесные силы, и страшным противу всех лукавых и нечистых демонов, да будут тут люди избранны, царское священие, язык свят, запечатленным пречистым Твоим таинством сим, Христа Твоего в сердцах Твоих носящи, во обиталище Тебе, Богу и Отцу, о святем Дусе, яко свят еси Боже наш, и на святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Мир всем! Главы ваша, Господи, ми преклоните! Яко достойно нас служителей быть и божественным сим сотворилось и тайным, и милость проповедуем, и уже на нас обильно излиялось, и приятие освящения Тебе, яко мира на главе, молим за ней мира излиянное имя Твоему, Сыну Христу Богу нашему, в нем же благоухаиста весь видимый и невидимый мир. Ты бы иси поклоняемый и прославляемый, и Тебе славу и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Yes.
Господи, всякое епископство православных, право правящее слово Твои истины. Помяни, Господи, помножество щит род Твоих и мои недостоинства. Спрости мне всякое согрешение, вольное и невольное. И да не моих ради грехов возбранишь благодати святаго Твоего Духа от прилежащих даров. Помяни, Господи, пресвитерство, я же во Христе, дьяконство, всяких от принесенных, от священных, чисто даря Господу помолимся. А когда человека любит Бог наш, прием его святые, пренебесные, мысленные, сквозь жертвенник, воню благоухания духовного, вознеспослет нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. А избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Отступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, души телесных у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире покаяний скончати у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Соединение веры, причастие Святого Духа и спросивше сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподобина, Владыка, со дерзновением не суждено сметь и призывать и Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас Твое искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Благодати, щедротами человека, любви единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Иси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Святая святых,
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с Великим Четвергом. Днем, когда мы вспоминаем Тайную Вечерю, вспоминаем события установления Святой Евхаристии, Святого Причащения. Тайная Вечеря предшествовала страстям Господним и Его крестной смерти. И послезавтра, в Великую Субботу, за Великим Входом будет звучать торжественное песнопение, которое начинается со слов «Да молчит всякая плоть человеча». И в этом песнопении мы услышим слова «Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися вснеть верным». Сколь велико это чудо благоволения Божия о нас, сколь велика жертва Царя царствующих и Господа господствующих, который пришел, предал себя смерти ради нас, заклался за нас, и паки за каждой божественной литургии, когда Он сам является приносящим и приносимым, дается вснеть верным. И ведь Господь наш Иисус Христос есть Сам Великий Бог, един Сы Святые Троицы. А мы знаем из Священного Писания, что Бог мог быть и карающим, Бог мог быть и грозным. Мы знаем из Священного Писания, как в тот момент, когда большая часть человечества отступила от благочестия, Господь, по выражению Писания, раскаялся в том, что создал человека и послал потоп на землю, так что мало кто выжил. Мы знаем, что Господь тогда, когда народ израильский отступил от Него и поклонялся Тельцу, истребил много сынов народа богоизбранного. Мы знаем, что Господь Иисус Христос уже вскоре после Своего входа в Иерусалим, совсем незадолго до дней страстей Своих, увидев мерзость, творимую торговцами в храме Божьем, взял бич и изгнал этих нечестивых людей из дома молитвы. Но в тот момент, когда к Спасителю приступают стражники, чтобы схватить Его, и, как Он знал, повести Его на страдания и смерть, Господь не истребляет этих людей. Более того, Он Сам говорит, что если бы Он умолил Бога Отца, Тот бы послал более, нежели 12 легионов ангелов, и те бы пришли. Но Господь отдает Себя добровольно на страдания и смерть. Вот такова велика Его жертва. Такова велика жертва Царя царствующих, Господа господствующих. Мог ли Христос поступить иначе? Ведь мы знаем, мы только что рассуждали о том, что Бог карал отступников. Но в том-то и состоял Привечный Совет Святой Троицы, чтобы Бог Отец послал Сына Своего Единородного, дабы Тот, как это замечательно сказано в молитвах литургии святителя Василия Великого, отдал Себя смерти в обмен на нас, потому что мы были подвластны смерти. И Христос, сошедший крестом в ад, открыл нам путь к воскресению, потому что, будучи человеком, Он умер, но, будучи Богом, источником жизни, Он не мог быть удержим смертью. Но кто-то скажет, мы до сих пор умираем. Да, мы до сих пор умираем, потому что каждому из нас нужно пройти этот путь к воскресению из мертвых, в том числе через собственную земную смерть. Господь даровал нам великие блага, Господь даровал нам возможность быть в теле Его, быть соединенным с Ним в теле Его, в церкви. Господь даровал нам возможным соединяться с Ним неизреченным, необъяснимым, но высшим способом через причастие Его тела и крови. Но дар Божий не действует магически, дар Божий не действует механически, и уж тем более дар Божий не действует вопреки воле, деяниям и устремлениям самого человека. Нам нужно потрудиться, чтобы принять, усвоить дар Божий. Когда мы собираемся приступить к святому причастию, мы трудимся, мы что-то делаем. Мы молимся, постимся, сокрушаемся, осознаем свое недостоинство, каемся, исповедуемся.
И нам может показаться, что именно этот труд является тот, который необходим, чтобы усвоить дар Божий, чтобы усвоить дар тела и крови Христовых. Это так и не так. Конечно, нам нужно потрудиться, нам нужно уготовить себя к принятию святых Христовых тайн. Но точно так же, как мы готовимся к святому празднику Пасхи целый Великий пост, но Пасха не является завершением поста. Пасха является началом нового богослужебного года, новой жизни. Точно так же дар тела и крови Христова дается нам для того, чтобы мы потрудились над собой, чтобы, объединившись со Спасителем особенным образом, мы потрудились над изменением себя, над тем, чтобы уподобиться Христу. Уподобиться, может быть, в первую очередь в том, о чем мы сегодня уже сказали, в жертвенности. Каждый из нас, по совести, рассуждая о своей жизни, может сам решить, чем он может пожертвовать ради ближнего. Не избытками, конечно, подаяние избытков – это не жертва. Жертва – это когда мы отдаем то, что нам самим нужно, то, что нам самим хочется. Каждый из нас может пожертвовать, кто какими-то своими имениями, кто тем, что кажется в наш век самым дорогим, пожертвовать временем своим ради ближнего. Кто терпит ближнего, хотя, может, трудно его переносить, но терпит, и это тоже жертва. А кто-то, может быть, и в нынешние дни это происходит, кто-то жертвует своей жизнью ради жизни и блага других. Жертвенность – это одна из тех добродетелей, которая в наибольшей степени уподобляет нас Спасителю. Братья и сестры, сейчас вы будете приступать к Святой Чаше. И сегодня, и в другие дни, когда мы приступаем ко Святой Чаше, будем, отходя от нее, размышлять, конечно, о том великом чуде, которое с нами произошло, но и размышлять о том, что мы сами должны в нашей жизни делать, каждый день делать, чтобы изменить ее, чтобы уподобиться Спасителю, чтобы пройти путь к воскресению в вечную жизнь. И да поможет нам в этом Господь. Аминь. Со страхом Божиим и верою присутствием. Благослови, гряды во имя Господне, Господи, обися нам. Прочитаем молитву по святому причастию. Верую, Господи, и исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришеды в мир грешное спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко сие и самое пречистое тело Твое, и сие и самая честная кровь Твоя, молюся убо Тебе, помилуй мя, и прости мне прегрешения моя, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением,
исподоби меня осужденно, причаститеся причистых Твоих тайн, во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная, дни Сыне Божий, причастниками прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Thank you.
спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Гостеприимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, животворящих, страшных, христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, и всего совершенно святомирно и безгрешно испросивши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, я, Отец и освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Благословляя, благословящая Тебя, Господи, освящая на Тебя уповающая, спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей сохрани, освяти любящее благолепие Дому Твоего, Ты тек вас прославе Божественное Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тебя, мир мирове Твоему даруй, Церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть, сходяю Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбие, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже за превосходящую благость, путь добрейший смирения показавый, нигда умыть ноги учеников, даже и до креста, и до погребения снисшедый нам,
Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня великий праздник, по своему значению приравнивающийся к 12 праздникам. Это праздник в честь установления самим Господом таинства Святой Евхаристии, воспоминание о Тайной Вечере, последней вечере Спасителя со Своими учениками. Во время этой вечери, которая проходила вообще по строго определенному порядку, потому что она была пасхальной вечерью, а в ветхозаветной традиции была очень подробно описана вот вся как бы картина этой вечери, весь ее порядок совершения. Предполагалось, что над каждым блюдом должно было произноситься особое молитвословие и благословение, по-еврейски барах. Вот барах произносился над хлебом, над вином, наверное, над чем-то еще, чем сопровождалась эта вечеря. И Господь возглавил эту вечерю, пасхальную, еврейскую вечерю, как и полагалось тогда всем благочестивым евреям. Во главе стола всегда сидел первый. В домашних условиях это был глава семьи. Ну а поскольку апостолы составляли семью, во главе которой сам Спаситель, он сидел во главе этого стола. И все блюда подавались в соответствии с порядком, с обычаем. Но Господь отступает дважды от этого порядка. Вначале, когда приносится хлеб, и он должен был произнести соответствующий барах, благословение этого хлеба, он сказал неожиданные слова: «Примите и идите от этого хлеба, потому что это тело мое, за вас приносимое в жертву, восставление грехов». Конечно, в то время ученики не могли понять, что означают эти слова. Господь, конечно, сказал их для учеников, но Он сказал это для всех учеников, которые последуют Ему на протяжении тысячелетий до скончания века. И мы, вспоминая о Тайной Вечере в момент Евхаристии, Божественной литургии, эти слова вспоминаем: «Сие есть тело мое, за вас ломимое». А потом, по порядку, по обычаю ведения пасхальной вечери, глава семьи в конце трапезы, когда уже все закончено, должен был произнести барах, молитву благословения над принесенной ему чашей с вином. И Господь все совершал по порядку, по обычаю, как и полагалось. Но взяв эту последнюю чашу, Он произнес слова, не соответствовавшие порядку: «Пийте от нее все, потому что это кровь моя Нового Завета, за вас изливаемая в оставление грехов». Вот эти два благословения –
которые не соответствовали уже ветхозаветной традиции по содержанию, когда, хотя по форме соответствовали, они и влегли в основу того богослужения, которое мы называем литургией, того таинства, которое мы называем Евхаристией, таинством благодарения за то, что Господь в Сыне Своем совершил ради нашего спасения. Мы вспоминаем в молитвах евхаристических и смерть, и страдание, и смерть, и воскресение Господа Спасителя. И благодарим Его за тот великий дар, который Он дал всем людям, за избавление рода человеческого от власти дьявола, от власти греха. Это не значит, что Слово Божие, Его весть, Его благодать преобразуют нашу волю таким образом, что она не может совершать злых и неправильных поступков. Если было бы так, то тогда бы Господь этим отказался бы от своего божественного замысла о человеке, снабжая его свободной волей. Человек остается свободным, он может верить или не верить, молиться или не молиться, совершать таинство Евхаристии или не совершать его. Но для Церкви, которая является столпом и утверждением истины, которая является хранителем всего того, что Господь передал ученикам Своим, для Церкви это великая заповедь совершать по подобию тому, что было совершено в Сионской горнице самим Спасителем, таинство Святой Евхаристии. И мы благословляем хлеб и верим, что силы Святаго Духа реально претворяются в жизнь слова самого Господа: «Сие есть тело мое, за вас ломимое в оставление грехов». И затем, благословляя чашу с вином, мы верим, что силу и Святаго Духа в этой чаше, после благословения и молитвы Церкви, кровь Христова, которая избавляет и спасает нас от всех грехов. Вот это величайшее свидетельство милости Божией, Господа и Спасителя, которое, покидая этот мир физически, оставил нам воспоминания спасительного сего страдания и всего, что произошло, и о кресте, и о погребении, и о воскресении. Воспоминание, которое происходит не ментально, не на уровне человеческого сознания. Потому что если бы требовалось просто воспоминание, достаточно было бы открыть Евангелие и прочитать эти страницы, где написано о Тайной Вечере. Господь говорил о другом воспоминании. О том воспоминании, которое силой Святаго Духа соединяет нас с Тайной Вечерью. Соединяет нас с самим Господом. И мы верим, что в момент совершения божественной литургии силой Святаго Духа, которую Господь даровал апостолам, а через них всей Церкви, а значит и нам, совершается пресуществление хлеба и вина в подлинное тело и в подлинную кровь Христову. Вот это великая истина о том, что Христос пребывает в Церкви и являет Себя в Святой Евхаристии. Всякий раз, когда мы, собравшись вместе, совершаем это божественное таинство, разве не является огромным основанием нашей надежды? Но если Христос с нами всякий раз, когда мы совершаем таинство Евхаристии, если Христос соединяется с нами, когда мы причащаемся тела и крови Его, что же может нас победить? Что может нас разрушить, если мы только сами себя не хотим разрушить?
если только мы сами по своей доброй воле не хотим отказаться от Господа, от Его закона, от Его заповедей. Господь дал нам все для спасения, но оставил свободной нашу волю. Никого силой Господь в рай не затаскивает. Никого силой не делает святым. Святыми люди становятся тогда, когда они добровольно, сознательно исполняют то, что заповедал Господь и Спаситель. Когда они исповедуют свои грехи, потому что несть человек, и же жив будет, и не согрешит. На каждом печать греха, и на каждом индивидуальные грехи, о которых только сам человек знает, иногда очень тяжелые и опасные. И несмотря на глубину нередко наших падений, греховных падений, Господь оставляет нам возможность искупить наши грехи, получить прощение этих грехов через покаяние и через принятие тела и крови Его, которая по Его слову дана всем нам в оставление наших грехов. Иногда встречаешься с людьми религиозными, но не церковными. Мне нередко приходилось беседовать с такими людьми. Они обычно говорят: я в Бога верю, но в церковь не хожу. И довольно трудно убедить этого человека в том, что все это пустое дело, верить в Бога, а в церковь не ходить. Но это все равно так, что знать, что в музее прекрасное искусство, которое действительно влияет на воспитание эстетического чувства, а в музей никогда не ходите, картины не смотреть. Это все равно, что знать, что в той или иной книге замечательные есть истины, идеи, могущие помочь человеку, а книгу никогда не открывать. Всем тем, кто говорят, что они в Бога верят, а в церковь не ходят, нужно ответить: напрасно не ходите. Не нам вас судить, но если вы вне церкви, вне Святой Евхаристии, то и не получаете прощения ваших грехов. А дальше все на ваш страх и риск. Каждый человек свободен. Но не получает человек прощения грехов, кроме участия в Евхаристии. Ну давайте все запомним. И те, кто часто ходит в храм, и кто редко ходит, и кто вообще не ходит, хочешь освободиться от греха, ты иначе не можешь получить прощение, как только через принятие тела и крови Христовой, через принесение покаяния, которое действительно освобождает нас от наших грехов. Сегодня великий день. Действительно, подобный 210-му празднику. Мы вспоминаем величайшее благодеяние Господа, который, удаляясь из этого видимого физического мира, не удалился, не ушел куда-то в небытие. Он остается с нами. И Он нас являет, каждому из нас, всякий раз, когда мы совершаем святейшее таинство тела и крови Его Сына, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И Он всегда с нами, и мы всегда получаем дар Его благодати, частицу Его божественной энергии, когда причащаемся подлинного тела и подлинной крови Спасителя. Вот в честь этого величайшего события в человеческой истории, установление божественного таинства Евхаристии, соединяющего людей с Богом, и установлен сегодняшний праздничный день, Великий Четверг, когда Господь впервые для Своих учеников совершил таинство и призвал совершать его в память о нем, но не в ту ментальную память,
который создает, составляет образы в сознании, а та память, которая реально соединяет нас со Христом силой Святаго Духа. Я хотел бы поздравить всех, кто сегодня причастился святых Христовых тайн, и призвать всех, кто сегодня не причастился и во многие другие дни не причащается, неизвестно чего ожидая, стараться причащаться как можно чаще. Идеально каждое воскресенье. По каким-то причинам не можете каждое воскресенье, ну, хотя бы раз в две недели, но не реже. Реже уже будет что-то, но совсем далекое от того, к чему нас Господь и Его ученики призывали. «Сие творите в мое воспоминание». А если мы будем вспоминать таким образом Господа раз в месяц, раз в полгода или раз в год, как это было заведено в Российской империи, когда государственная церковь требовала, чтобы чиновники в православном государстве хотя бы один раз причащались, но чтобы было известно о том, что они причастились, чтобы расписались в ведомости. И все чиновники, включая таких, какими были наши революционеры и безбожники, один раз ходили, причащались и расписывались. Что это было, как не святотатство, не надругательство над таинством? По милости Божией, сегодня нет таких людей, которые бы ради чего-то приходили. Но есть очень много людей, которые не связывают необходимость причастия святых Христовых тайн с регулярным посещением храма, как идеально один раз в неделю. Можете чаще, но уж не реже. А если реже, то угрызайтесь совестью и кайтесь в этом. Каждый православный христианин в воскресенье должен быть в храме Божием и в идеале причащаться святых Христовых тайн. Говоря так и обращаясь не только к тем, кто в храме, а тем, кто меня увидит и услышит, я хочу сказать, что отдаю отчет в том, что очень многие люди, называя себя православными, так не поступают. Но мой долг патриарха обратиться ко всем, кто считает себя православным, именно так нужно поступать. Или, по крайней мере, к этому надо стремиться. Осознавая свою немощь и неспособность в идеале осуществить то, о чем было сказано, просить у Господа прощения, понимая, что отсутствие регулярного посещения храма и причащение святых Христовых тайн отдаляет нас от Бога. А потом, когда что-то происходит, и вдруг невероятная потребность помолиться, диагноз какой-то нехороший, у меня или у родных и близких, прилетаем в храм, не знаем, какой иконе и свечку ставить, батюшек терзаем, что делать, как молиться. А где мы были в течение большей части нашей жизни? Почему только страшный диагноз или какие-то неприятности на работе, или угроза ограничения свободы, как это очень часто бывает, к сожалению, приводит человека в церковь? Посещайте в храм Божий так часто, как можете. Причащайте святых Христовых тайн так часто, как можете, и Господь будет с вами. А это значит, что будут восполняться недостатки и слабости нашей человеческой природы, исцеляться недуги, не только физические, но и, что особенно важно, недуги духовные. Но и самое важное, Господь будет с нами. «Ей гряди, Господи Иисусе!» Вот эти замечательные слова, которые произносили первые христиане всякий раз, когда они собирались совершать святую Евхаристию. Они верили, что Господь быстро, скоро придет. Это был возглас надежды, мольбы, невероятного стремления снова увидеть Спасителя. И мы должны помнить эти слова. «Ей гряди, Господи Иисусе,
в то время и в тот час, когда тебе угодно. Но до твоего великого и второго и страшного пришествия не оставляй людей твоих, церковь твою, верующих твоих, а применительно к нам самим, скажем, и народа нашего, и отечества нашего. И если так будет, если будем мы свои человеческие усилия, направленные на усовершенствование нашей жизни, поспешествовать молитвой и силой благодати Божией, то многого достигнем и в личной, и в семейной, и в общественной, и в государственной жизни. И дай Бог, чтобы было так. Дай Бог, что верой в Господа и Спасителя, принесшего в мир исцеление и спасение, исправлялась наша человеческая жизнь, становясь чище, светлее, красивее. И чтобы все больше и больше того, что называется святым, святостью, присутствовало в этой жизни. Аминь. С Великим Четвергом всех вас поздравляю.